22 сентября церковь чтит память священномученика Захария Лобова, архиепископа Воронежского. «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Будущий архиепископ Захария, в миру Захар Петрович Лобов, родился 23 марта 1865 года в селе Петровка Воронежской губернии в семье мелкого чиновника. Окончил духовное училище и духовную семинарию в Новочеркасске. После окончания семинарии отец Захария женился и был рукоположен в сан священника. Служил в Новочеркасском кафедральном соборе. В семье родилось 7 детей. В 1922 году был активным борцом с обновленчеством. В обвинительном заключении ГПУ значилось: «На съезде Донской епархии Лобов, один из всего духовенства, оставался тихоновцем». После увольнения обновленческим церковным управлением митрополита Донского и Новочеркасского Митрофана протоиерей Захария Лобов стал правой рукой последнего в организации к сопротивлению обновленцам. Вскоре отец Захария овдовел. В том же году он принимает монашеский постриг с сохранением прежнего имени, но в честь иного святого, праведного Захарии, родителя Иоанна Предтечи. Хиротонисан водепископа Нижнечирского, викария Донской епархии 5 октября 1923 года. 14 октября того же года в связи с арестом епископа Митрофана Гринева назначен епископом Аксайским. Духовником епископа Захарии был известный в Ростове старец, протоиерей Иоанн Домовский. В деле епископа Захарии сохранилась копия письма отцу Иоанну, в котором епископ именует его своим духовным отцом, проникнутое к нему глубоким уважением. В отсутствие правящего архиерея временно управлял Донской и Новочеркасской епархией, достиг большого успеха в борьбе с обновленческим расколом. К началу 1924 года практически все приходы Новочеркасска и значительная часть приходов епархии вернулись в Патриаршую Церковь. Служение в Донской епархии епископа Захарии как православного иерарха было нелегальным. Вместе с нелегально действовавшим митрополитом Донским и Новочеркасским Митрофаном владыка Захария организовал сопротивление обновленцам. Иерархи Митрофан и Захария руководили православных священников по всей епархии. Им содействовал простой церковный народ, требующий от власти допускать православных священников на свои приходы. При народной поддержке и любви епископ Захария служил в храмах Новочеркасска, вел тайную переписку со священниками из разных округов и епархий. В письмах владыка Захария писал, что по милости Божьей с большой радостью совершает богослужения при большом стечении народа. С октября 1923 года состоял под следствием, находился под подпиской о невыезде. На допросах отрицал предъявленные обвинения, подтвердил, что признает главой церкви патриарха Тихона, а обновленческий поместный собор считает неканоничным. Дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления. В 1924 году владыка Захария был арестован и приговорен к 2-летней ссылке на Соловки. На Соловках в тот момент находилось больше епископов, чем на свободе. На лагерных фотографиях рядом с владыкой Захарием запечатлены митрополит Евгений Зернов, архиепископ Митрофан Гринев, архиепископы Илларион Троицкий и Серафим Мещеряков, епископы Павел Веденский, Платон Руднев, Амвросий Полянский. На Соловках в числе 24 иерархов владыка Захарий подписал 7 июня 1926 года памятную записку соловецких епископов, представленную на усмотрение правительства, в которой указывалось, что церковь и государство должны неуклонно соблюдать принцип невмешательства в дела друг друга. Епископы отказывались от участия в политической жизни общества, но при этом хотели провести поместный собор, избрать патриарха и свободно осуществлять богослужение.
Правительство эту записку ответом не удостоило. После освобождения в 1926 году епископ Захария назначается викарием Тверской епархии. В 1929 году владыка был возведен в сан архиепископа и назначен на Воронежскую кафедру. Служение на Воронежской кафедре принесло владыке немало скорбей. Массовое закрытие церквей, гонения на церковнослужителей. Архиепископ как мог противостоял этим явлениям. Он боролся с закрытием храмов и сумел отстоять несколько действующих церквей. Своей аскетической жизнью, отзывчивостью и подлинным христианским смирением заслужил немалую любовь своей паствы. На каждую архиерейскую службу собиралось множество верующих со всех районов города и близлежащих деревень. Первые полтора года архиепископ Захария жил в сторожке при Успенской церкви, затем снимал квартиры. До марта 1932 года совершал богослужения в Троицком Смоленском кафедральном соборе, затем в связи с его закрытием перенес кафедру в Успенскую церковь. И сюда к нему по-прежнему тянулись жители города и окрестных деревень, лишившиеся храмов и пастыри за пастырским словом, советом, наставлениями. В тяжкие годы воинствующего атеизма архиепископ Захария с Божьей помощью сохранял и укреплял православную веру среди своей паствы. В 1931 году архиепископ Захария участвовал в заседании Временного Патриаршего Священного Собора. Он изначально стал на позицию митрополита Сергия Старогородского, заместителя местоблюстителя Патриаршего Престола, и поддерживал его во всех деяниях. Владыка Захария был знаком со многими иерархами церкви, и у него постоянно останавливались освобожденные из ссылки епископы. 23 мая 1935 года архиепископ Захария был арестован, в квартире произведен обыск. Были изъяты предметы архипастырского облачения и церковные деньги. Владыке было предъявлено обвинение в контрреволюционной агитации с использованием религиозных предрассудков масс, в распускании провокационных слухов. Обвинение строилось на показаниях притча Успенской церкви, священника, псаломщиков и церковного старосты, занявших негативную позицию по отношению к своему владыке. Причем единственным конкретным, а не вымышленным случаем, который приводили они, была проповедь владыки в канун Пасхи 1935 года, где он сравнивал первые века христианства и современную ситуацию в плане гонений на верующих и их пастырей. Показания других свидетелей, отрицавших факты контрреволюционной пропаганды, во внимание приняты не были. 10 сентября 1935 года владыку Захарию приговорили к 5 годам лагерей. От невыносимых тягот и лишений во время пребывания в лагере он тяжело заболел, ослеп. Медкомиссией была установлена инвалидность. 14 сентября 1937 года был повторно осужден уже в лагере по обвинению в контрреволюционной террористической агитации среди заключенных, нелегальной переписке с духовенством. Приговорен к высшей мере наказания – расстрел. 22 сентября 1937 года архиепископ Захария был расстрелян и погребен в безвестной могиле. Архиепископ Захария Лобов причислен к лику святых новомучеников и исповедников в августе 2000 года.